Танбао! Ты все место уже заняла. Мне столько нужно рассказать папочке, я так по нему скучаю. Правда? Дай посмотреть. Это строго между мной и папочкой. Хорошо, не буду. Я все. Дело сделано. Все? Ну-ка, дай посмотреть. Ладно, ладно, сворачивай. Цветок, можешь послать меня завтра с почтой? Так я смогу увидеться с папочкой. Хорошо, я могу вообще насовсем тебя к нему отправить. Цветочек! Ты что, совсем по папочке не скучаешь? Скучаю. Но я не могу просто взять и пойти к нему. Я же в чертоге без участия. Ой, точно, Танбао. Я же теперь обладаю чистым знанием. Но как мне его использовать? Ты обратилась по адресу. Практикуя чистое знание, ты можешь использовать зеркало, воду, любую отражающую поверхность, чтобы увидеть людей или вещи, которые ты сейчас хочешь увидеть. Те, кто в совершенстве им владеют, могут увидеть все, что угодно. Значит, любой бессмертный может увидеть, что я делаю? У извечного служения сильные защитные чары, их мало кто может одолеть. Еще это требует больших затрат энергии и не может длиться долго. Важны еще такие факторы, как расстояние, мастерство, местонахождение объекта и так далее. Еще тебе потребуется высокая концентрация, а это не так просто даже с помощью орудий. Танбао, так я могу увидеть все, что захочу? Прямо в зеркало, да? Цветок, давай будем реалистами. Я вот, например, могу только почувствовать кого-то на расстоянии, но не увидеть. А ты-то? Как я узнаю, даже не попробовав? Нужно попробовать. Ну ладно, пойдем. Смотри в зеркало не глазами, а сердцем. Думай о том, кого хочешь увидеть. Не отвлекайся. Почему я ничего не вижу? О ком ты подумала? О Данфане. Папочка слишком далеко, конечно, ты его не увидишь. Начни с чего-нибудь поближе. Сначала чертог без участия, затем гора, потом весь мир. Чертог без участия? Значит, я смогу увидеть учителя? Конечно! Он ближе всего к тебе. Попробуй его отыскать через зеркало. Но если ты его хотя бы почувствуешь, это уже будет успех. Не может быть! Ты превзошла меня! И правда превзошла! Где же он? В кабинете? Странно. Где же учитель? Облачная площадка? Цветок! Не ищи просто бесцельно, ты так потеряешь много энергии. Воспользуйся сердцем, чтобы найти учителя. Почувствуй, где он конкретно. Так будет легче. Хорошо. Я нашла его. Что там? Благородный наставник, он сейчас принимает ванну.
Учитель! Учитель! Я виновата! В чем именно? Я... Загубила мои цветы? Нет, учитель! Учитель! Я не специально подглядывала за тобой, пока ты принимал ванну! Я не специально! Я хотела попрактиковать чистое знание, чтобы увидеть, что ты делаешь. Но я не знала, что ты в это время купался. Я ничего не видела. Только твою голую спину. Учитель, накажи меня. Я приму любое наказание. Забудем, забудем. Поднимись. Вставай. Практика чистого знания требует большого самоконтроля. Ты это не специально. Зачем ты здесь? Я беспокоилась о тебе. Хотела проверить твое здоровье. Эта маленькая игрушка очень неплохо сделана. Это Цяньгу сделала. Ну, конечно. Кто же еще ее мог сделать? Что-нибудь слышно от Таньфэня? Он в царстве смертных изучает их жизнь. Я иногда наблюдаю за ним. Похоже, что он весело проводит время. Никогда не думала, что из пяти высоких бессмертных именно он будет жить легко. Конечно. Изо всех нас именно он следует своему сердцу. Следовать своему сердцу? Что насчет тебя? Приняв позицию главы клана, ты сделал это по велению сердца? Отрекшись от прошлого, взяв ученицу. Это было сделано по велению сердца? Цзэсюнь, ты же знаешь, в моем мире есть только одно слово «должен», нет слова «хочу». Верно. Тот, кому нет дела до самого себя, как я могу надеяться, что ему будет дело до меня? Байцзихуа, запомни, лучше у тебя совсем не будет чувств, чем они будут не ко мне. Цветок, ты еще не ложилась? Тонбао, ты опять ешь? Разве ты не собиралась сесть на диету? Но Шии сказал, что я слишком худая, и мне нужно есть побольше. Ну а почему, когда я это говорила, ты не слушала меня? Цветок, что ты рисуешь? Я рисую учителя. Ты
уверена, что рисуешь учителя, а не белого стража Вратада? Конечно. Я рисую голую спину учителя. Танбао, как ты можешь плеваться крошками на рисунок спины учителя? Если ты в человеческом обличии, это не значит, что я не смогу свернуть тебя. Цветок, в последнее время ты что-то агрессивное. Ты еще не видела меня агрессивную? Показать? Ты, цветок! Это бы энергию и на рисование! Как ни посмотри на благородного наставника, это не похоже. Конечно, ни один художник шести царств не смог бы передать благородство внешности учителя, его сияние, его ауру. И все же ты пытаешься. Вообще-то я собиралась заняться каллиграфией, но эта сцена, она просто не выходит у меня из головы. Пришлось сделать рисунок. Неплохо. Цветок, в извечном служении портреты высоких бессмертных пользуются спросом. Со временем мы можем продать их за большие деньги. О чем ты говоришь? Как я смогу отдать портрет учителя кому попало? Я буду хранить его как зеницу ока. Как зеницу. А я нарисую брата Шии. Учитель, пожалуйста, выпей чаю. Учитель, попробуй это. Попробуй это. Учитель, вещи постираны. Цветочек. Учитель, я приготовила персиковый суп специально для тебя. Попробуй. На этот раз я использовала персиковый цвет не из нашего сада. Теперь не за что меня наказывать, да? Как тебе? Вкусно? Вкусно. Если вкусно, почему такое суровое лицо? Я не раздаю улыбки налево и направо. Учитель, как тебе? Вкусно? У меня встреча с двумя бессмертными. Учитель! Учитель! Ты пойдешь на собрание в таком виде? Не заберешь волосы? Я этим не занимаюсь. Ли Мэн помогает мне с этим. Учитель! У тебя же теперь есть я! Не обременяй брата Ли Мэна. Идем. Учитель! Теперь я буду помогать тебе с твоим пучком, хорошо? У новых учеников уже было какое-то время на самосовершенствование. Пришло время спуститься горы и поупражняться. Шии, на этот раз ты будешь возглавлять группу. Да, учитель. Помни, принципы бессмертия не позволяют нам использовать чары на смертных. Пользуйтесь магией в царстве смертных только в случае крайней необходимости. Вам не позволено использовать технику парящего меча. Цель вашего путешествия — научиться лучше понимать смертных.
Ребята, я так вам завидую. Когда меня отпустят с горы немного пошалить, было бы здорово. Сяомо. Перед ними стоит серьезная задача. Среди новых учеников присутствует шпион Ордена Семи Убийств. Вы должны найти его. Слушаюсь. Наставник правда хочет, чтобы мы спустились вниз для тренировки? Это для того, чтобы набраться опыта. Так ты одна идешь? Вместе с другими учениками? А Шии идет? А Циншуй? А я? Ты тоже хочешь пойти? Конечно! Ты пойдешь, Циншуй пойдет, Шии пойдет. Зачем мне тут быть одной? Конечно, я пойду с вами. Буду помогать и заботиться. Наша цель — поддерживать добродетели и искоренять зло, а не развлекаться. Не знаю, что нас ждет в этом походе. Я еще недостаточно опытна, чтобы защищать тебя. Будь лапочкой, останься в клане и дождись нас, хорошо? Эй, цветок! Я не боюсь, цветок. Вообще-то, я не ученица клана. Более того, я твоя маленькая помощница. Если ты уйдешь, и старший брат Шии тоже... А если меня будут обижать, тогда что? Обижать тебя? Я гораздо больше за них переживаю. Оставайся тут и веди себя хорошо. У меня есть для тебя поручение. Какое? Позаботься об учителе. Меня не будет, и он останется один-одинешенек в чертоге без участия. Видишь, как это важно? Кому еще мне это доверить? Ну хорошо. Ладно. Ну все, все, не надо дуться. Я привезу тебе много-много-много красивой одежды. И много вкусняшек? Договорились. Обещаешь? Я побежала собирать тебе. Много вкусняшек. Завтра ты отправляешься в путь. Собрала вещи? Все вещи собраны, учитель. Ты уже должна уметь управляться с мечом, пресекающим молитву. Большая часть демонов тебе не страшна. Благодарю учителя за наставление. Помни, ты не должна болтаться сама по себе. Держись рядом с Шией. Не действуй своевольно. Поняла? Поняла. Вот тебе цвет, останавливающий кровь. И пилюли ясности. Если поранишься, используй. Спасибо, учитель. Учитель, пока меня не будет, береги себя, ладно? Я понимаю всю важность нашего похода. Я сделаю все, что в моих силах, и не подведу тебя. Ладно. Завтра будет длинный день. Иди спать. Хорошо, учитель. Учитель, я приготовила для тебя подарок. Завтра утром увидишь. Персиковое дерево, посаженное тобой. Это подарок учителю. Почему хранитель правосудия пьет вино в одиночестве? Можно мне составить компанию? Давайте. Хранитель. Что вас гложет? У меня связаны руки.
И сам я заперт в этом дворце. Мне до смерти скучно. Хранитель, не гневайтесь. Мудрый владыка просто создает видимость, что не одобряет наши действия. Хранитель, когда божественные орудия окажутся у нас в руках, мы будем несокрушимы. Столь многие мечтают о них. Не думаю, что мудрый владыка сможет устоять. Хранитель, а что если мы будем держать наш план в тайне от мудрого владыки? Как только приберем к рукам 10 божественных орудий и возродим древнюю энергию, мудрый владыка обретет власть над всем мирозданием. Разве мы не обречены на успех? Я и сам хочу возрождения древнего хаоса. Но добраться до божественных орудий... Задача непростая. Хранитель правосудия, у меня есть идейка. Я правда не знаю, стоит ли это делать или нет. Неплохая идея. Если это выгорит, ты окажешь нам огромную услугу. Спасибо, хранитель, я буду стараться. Я сделаю все возможное. Позвольте. Посмотри сюда. Внимание! Напоминаю вам еще раз. Первое, если только вы не столкнетесь с кем-то из семи убийств, ни при каких обстоятельствах не применяйте магию. Во-вторых, с этого момента вы все ученики школы Восточного моря. Мы можем пользоваться мечами, но не стоит вступать в конфликты. Все ясно? А почему вы на меня смотрите? В-третьих, никакой самодеятельности. Даже в туалет ходите по двое. Все понятно? Да! Ладно, смените одежду и будьте готовы. Да! Да! Вперед! Вперед! Что это? Что такое? Они так строго всех досматривают? Они ищут кого-то? Они же не арестуют нас. Не накаркайте. Все верно. Это ты? Генерал, мы ученики школы Восточного моря. Мы отправляемся на гору Тайбай. Возможно, вы ошиблись? Ошибся? Нисколько. Ты? И все остальные? За мной. Куда это? Во дворец. Это братец Лан попросил вас нас встретить. Кто? Братец Лан. Да как ты смеешь называть его величество по имени? Его величество наш друг. Ваш друг? О таком друге готов кричать каждый второй. Откуда мне знать, правда это или нет? Просто сообщите императору, тогда и узнаете. Мы направляемся по важным делам, а вы доставляете нам неудобства. Неудобства? И чем же? Лучше вам немедленно пройти со мной. Не смейте грубить старшему брату. Не делай этого. Глупый мальчишка. Вы носите оружие. Точно что-то задумали. И какой нрав. Связать их, стража. Да. Стойте! Учитель, мы здесь не виноваты, чего нам бояться?
Мантянь, хватит! Мантянь, остановись! Прекратите! Живо! Остановитесь! Перестаньте! Стоп! Замрите все! Генерал Ле, вы все не так поняли. Братец Лан и правда наш друг. Братец Лан? Обо мне не беспокойтесь. Если на вас нападут, никакой пощады. Стойте! Простите, что опоздал. Простите за опоздание. Мне жаль. Донфан! Ученый советник. Цветочек. Благодарю вас, генерал Ле, за то, что позаботились о моих друзьях. Они твои друзья? Ага. Ученый советник, послушайте. Я всю жизнь был известным. А эта паршивка меня опозорила. Генерал, вы же поддались им. Дав шанс одержать верх. Вы уж так не переживайте. И вообще, я об этом никому не расскажу. Отпустите их, и я завтра лично приду вас отблагодарить. Спасибо. Подожди. Ученый советник, вы, конечно, ступайте. Но мне нужно их задержать. Подождите секунду. Давай. Генерал Ле, взгляните. Увидеть королевский нефрит, как узреть императора, долгих лет его величеству. Я посмел вас оскорбить, госпожа, простите. Генерал Ле, значит, нам можно идти? Конечно, идите. Пустите их. Спасибо, генерал Ле. Это хоромы! Сколько же здесь покоев, а? Прошу туда. Невероятно! Этого не может быть, Донфан. Даже с твоим положением, здесь просто слишком ослепительно. Эти покои подготовлены для моей госпожи. Ладно, и где нам останавливаться? Или на полу спать? Гостевые покои уже готовы. Надеюсь, вы задержитесь у нас на пару дней. Мы здесь только для проведения занятий. Мы не можем надолго оставаться. А вы из клана Его Величества, я не могу принять вас без почестей. Отдохните с дороги. Ученый советник, а как поживает братец Мэн? Можно мне с ним встретиться? Император в последнее время занят, с ним сложно встретиться. Боюсь, ждать придется и месяц. Так долго! Мы же уже уйдем отсюда! Знала бы я раньше, сама бы сдалась в плен тому генералу. Не волнуйся. Я все же попробую спросить у него. Возможно, он примет вас. Спасибо, ученый советник. Ты так добр? Вы можете отдыхать. Я скоро вернусь. Прислуга, позаботьтесь о гостях. Я вас оставлю. Прошу за мной. Я хотел, чтобы ты пригласил их прийти. Зачем ты их захватывал? Повезло, что никто не пострадал. Ваше Величество, если вы просите привести кого-то, их разве не нужно захватывать? Я действовал по схеме. Ты! Ваше Величество, я был неправ. Забудем об этом. Никаких больше королевских нефритов. Есть. И попроси людей все подготовить. А я схожу в покой ученого советника. Так не терпится увидеть Сяньгу и остальных. Ступай. Есть. Ваше Величество, давай без формальностей. Ученый советник, у Цяньгу и ребят. Все хорошо? Ваше Величество, все хорошо. Я уже устроил их в своих покоях. Можете быть спокойны. Как это устроил? Я хочу, чтобы они были в моих покоях. Ваше Величество, но их так много. На подготовку всего уйдет слишком много времени. Понимаете? Не беспокойся, уже все подготовлено. Они ведь идут тренироваться, и я обо всем уже распорядился. Сам за ними и схожу. Ваше Величество, нельзя. Они ведь в наши края ненадолго, не думаю, что... Хватит разговоров, я уже все решил. Можешь со мной за ними сходить. Цзэхуа, ты все еще здесь?
Что это за аромат? Я создала его недавно. Приятное, не правда? Я назвала его «Отложи свой лук, птицы уже улетели». Я смешала все, что ты любишь. Кедр, китайскую сосну, белую сосну и сосну масона. Зиму и весну этот аромат настаивался в гнезде, где впитывал аромат птенцов. После гнездо я перетерела в порошок и, поместив в гранулу, оставила храниться под сосной усюй. И забрав в следующем году, я растопила его в водах небесного бассейна. Аромат получился глубоким и чистым. Цзэхуа, тебе нравится? Отлично. Очень здорово. Бессмертный Цзэ сегодня настоящий гений. Поразительно чистый и глубокий аромат. Паре с таким трудоемким процессом создания. А название это так и кричит. Пытаетесь подсмеяться над старшим братом? Да что ты понимаешь? Бессмертная дева, не принимайте близко к сердцу. Ведь сейчас... Перед нами проблема посерьезнее. Боюсь, так шутить мне осталось недолго. Какая проблема? Клан Семьи Убийств уже отправил всем кланам письмо с вызовом. Шан Чун Ци слишком самонадеян, он осмелился бросить нам вызов. Также Небесной Горе, Горе Тайба и Пику Нефритовых Облаков. Ему хватает наглость угрожать гибелью всем. Все эти годы наши кланы жили в мире. Но божественные орудия вновь разожгли пламя войны. Похоже, столкновение с орденом просто не избежать. Я сам хочу увидеть, насколько хватит наглости Шан Чун Ци, раз хватило смелости выступить против нас. Если он хочет заполучить 10 божественных орудий, действовать ему нужно из-под тишка. Иначе он не стал бы предупреждать уже за месяц. За этим скрывается что-то еще. Возможно, он хочет породить среди нас страх? Подкинуть кланам яблоко раздора, а потом просто забрать желаемое. Но если брать подготовку ордена, победить клан еще возможно, но выступить против четырех, даже с участием Ша Цяньмо, успех маловероятен. Ша Цяньмо беспощаден, он грозился напасть в середине следующего месяца. Но я думаю, мы сейчас не будем в безопасности. Мы должны быть готовы и сообщить об этом остальным. Нужно попытаться избежать прямого столкновения. Ты прав, лишь на западе всегда царил мир. Север же пылал в огне, а восток поглотила засуха. Наводнения, вредители пережили все по списку. Смертным сейчас не позавидуешь. Голод повсюду. Если клан из Вечного Служения столкнется с Орденом Семи Убийств, мы попросту лишим смертных их земли. Это будет полный ужас. Орден вряд ли станет задумываться о последствиях. Боюсь, заполучив 10 божественных орудий, они просто всех уничтожат. У клана из Вечного Служения есть и я. Маловероятно, что Орден решится напасть на нас. Слушайте мой приказ и передайте всем ученикам. Мы должны объединиться и протянуть руку помощи другим кланам. Да. Да. Айша. Как в таком месте можно вообще жить? Места же совсем нет, даже ветерок не гуляет. Самый разгул для комарея. Цяньгу, просто перебирайся ко мне во дворец. Места много, приятненько. Я тебе даже комнату приготовил, тебе точно понравится. Давай. Давай, помоги мне убедить ее перебраться ко мне. Да, Его Величество прав, в его покоях намного лучше, чем здесь. Но, Ваше Величество, она ведь не отдыхать приехала. Лучший отдых и ваши покои были бы лучше. Но Цяньго ведь тренироваться приехала, сомневаюсь, что это хорошая идея. Почему это? У меня так места много и просторно. Вот именно поэтому и не надо. Ваше Величество, вам ли не знать, если слишком нянчиться, не будет проку от тренировок. Ты... Вот ты сейчас совсем не прав. Единственное препятствие в обучении — наше желание. А в моих покоях и желать больше нечего. Это же только на руку. Прямо в точку! Цяньгу, о чем тут думать? Соглашайся. Я тоже не прочь взглянуть на дворец. Да. А
я против. С этим будут одни проблемы, никакой свободы. Шоуфен, я же права? Меня это мало волнует, поступайте как знаете. Как это не волнует? Покой императора лучше. Что ты там сказал? Я точно за дворец. Одна морока туда-сюда все таскать. Именно. Все равно во дворце будет лучше. Точно. Да, это лучше. А может, одну ночь здесь, другую там? До смерти вымотать решила? Секунду. Если так, то сегодня ночуете у меня по рукам. Но уже поздно, нехорошо беспокоить его величество. Да какое тут беспокойство, и вообще, император здесь я. Ты кого слушать должен? Но я ведь советник, разве плохо, что я указываю на трудности? А давайте проголосуем, я за дворец. Я за себя. Да. Хватит. Какие еще голосования? Я все решил, ночуем вне города. И долго здесь будут эти солдаты? А ты не в курсе? Император и ученый советник сегодня останутся с нами. Я не понимаю. Стоит им заметить Хуа Цингу, все как муравьи на не самое свежее яйцо. Зависть берет. Цингу, давай помогу. Не нужно. Братец Мэн, как хорошо, что тебе удалось вырваться к нам. Оставь это все на Хуа Цингу. Давай лучше погуляем. Пойдем. Что такое, братец Мэн? Синьшуй, чем это от тебя пахнет? Роза сотни цветений. Не нравится? Этот аромат, не знаю причину, но стоит вдохнуть его, как дурно становится. Даже сердце прихватило. Братец Лэн, ну нельзя же так поступать. Заметила, да? Как-то нехорошо получилось. Тогда так, ученый советник. Составь-ка Циньшуй компанию. Я? Я попросил, ты идешь. Чего стоишь столбом? Так, нормально, да? Цангу, чем еще тебе я могу помочь? Не нужно, я сама справлюсь. Нет, давай мне, давай. Правда, не нужно. За нами наблюдает такая толпа людей. Как здесь можно учиться? Вы двое. Уже поздно, давайте по домам. Старший брат, я хочу остаться здесь. Если ты останешься здесь, доставишь нам неудобства. Но... Хоть ты и правитель страны, ты все равно считаешься учеником клана. Не хочешь послушать старшего? Хорошо. Старший брат, я ухожу. Ученый советник, ты не идешь? Ваше Величество, вы идите, а я приду чуть позже. Не пойдет. У меня к тебе дело государственной важности. Государственный. Уходим, я понял. Пошли давай. Ваше Величество, что такое? Ты еще спрашиваешь, не устрой ты такой шумихи, стали бы меня просить уйти. Это из-за тебя. Ну, это и есть срочный разговор? Доставить императрицу во дворец, по-твоему, недостаточно важно? Императрицу? Да. Я планирую, чтобы Цяньгу стала императрицей империи Шу. Давай-ка по-честному. Пытаешься клинья между нами поставить? Хочешь пойти против судьбы? И разрушить наши отношения? Я бы не осмелился. Вы что? Вот и отлично. Тогда придумаю гениальный план по ее захвату. Нужно заполучить Хуа Цяньгу. Нам повезло, что она сейчас так близко. Это хороший шанс. Нельзя упускать его. Ваше Величество, прошу вас, оставьте Цяньгу в покое. Почему? Я скажу это только, если Ваше Величество меня простит. Ладно, обещаю. Вставай. На самом деле, Цяньгу моя невеста. Что?
Ученый советник, из тебя и шут неплохой. Я не шучу, я говорю правду. Тогда почему Цяньгу ни разу об этом не упоминала? Этот цветочек хорошо относится к вашему величеству и не хотел разбить вам сердце. Сами подумайте, если бы цветочек вас любила, она бы давно пришла к вам, да? А если у нее нет к вам чувств, все ваши попытки обречены на провал, я ведь прав? Ладно, тогда я докажу, что я ей не безразличен. И ты можешь забыть о том, кем я являюсь. Я готов честно бороться с тобой, как мужчина с мужчиной. Осмелишься принять вызов? Да. Хорошо. Чем